И специальное предложение только сегодняшнего дня. Это потрясающие фотошторы от бренда Iris и Dilia. Мы хотим создать идеальную картинку вашего интерьера. Что же играет огромную роль в общей картине дизайна вашего дома, спросите вы. Конечно же, это шторы. Они занимают большую площадь, и именно они играют огромную роль. То есть они завершают картинку интерьера. И даже если в вашем доме новая мебель, вы сделали новый ремонт, вас все устраивает, но впечатление могут испортить неправильно подобранные шторы. Давайте мы сегодня, сейчас, в эту минуту, в прямом эфире возьмем и исправим эту ситуацию. Выберем роскошные шторы с фотопринтом. Их для нас создал легендарный бренд Iris. Посмотрите, какие роскошные вензеля получились в стиле екатерининского барокко. Арочное пространство создается, красивейшая инкрустация, и это буквально брошь с груди Екатерины Великой. Элегантно, стильно, статусно, очень насыщенные оттенки, благородные, проработанные. И, конечно же, вы видите, что шторы выполнены с эффектом вертикалей, что зрительно увеличит вам высоту потолков, зрительно увеличит пространство вашей комнаты. А еще ощущение, что здесь у нас на окнах более 10 метров роскошной ткани, которая задрапировалась в округлые фалды складки. Все это не шаблонный, логичный, лаконичный, понятный и элегантный с историческими нотками интерьер. Но я вас порадую сегодня еще и выбором качественной ткани. И мы даже с вами проведем эксперимент. Вы спросите, а можно ли эти полотна? Да, в гостиной я их вижу. А можно ли их в спальне? И тут я вам покажу, что габардин такой плотности подобрали наши производители бренда Iris, что солнечный свет будет закрываться, даже если ваши окна выходят на солнечную сторону. Посмотрите, я сквозь ткань, да, делаю, солнечный зайчик начинает рассеиваться, он становится мягким. А это значит, в вашей спальне вы идеально выспитесь, даже если прямые солнечные лучи в вашу комнату заходят. Еще такая ткань идеальна с точки зрения прочности, она универсальна. Габардин отстирывается на режиме 30 градусов, даже от сложных жировых загрязнений, и он идеален для любого окна, для гостиной, для спальни, для кухни, драпируется и прочен. Но это еще не все. Наши прекрасные шторы снабжены еще и шторной лентой, и она премиальная у бренда. Вот обратите внимание. Смотрите, кольца, крючочки, крокодильчики, штанга диаметром до 3,5 сантиметров вы можете повесить на любые крепления. И здесь у нас с вами даже двухлинейная шторная лента. Это говорит о том, что вы сможете подрегулировать под высоту потолков. И это выгодно, потому что окна у всех разные. У нас с вами 142 на 260 размер каждого полотна. И выберем дизайны. Коричневый, нежные оттенки жемчуга и таупа, розовый, успокаивающий, женственный оттенок розового кварца. Прекраснейший золотой цвет, просто стиля, статуса и царственный цвет. Сиреневый цвет творческих людей, акцент в вашем интерьере. Если захочется какого-то яркого пятна, конечно, сиреневый. Зеленый, наоборот, цвет спокойствия, который я рекомендую тем, кто хочет в своей комнате отдохнуть хорошо. Цвет изумруда. И, конечно, это инкрустации, это роскошная филигрань. Все это создает такой комплекс нарядный для вашего окна. И, внимание, впервые на телеканале Шоп-н-Шоу такой фейерверк у нас с вами эмоций еще и от цены, потому что 10 дней назад эти шторы впервые покорили ваше сердце, был первый показ, и такой премьерный майский показ, и там цена была выше, да, потому что, все-таки это была премьера, и цена там была 1999 рублей. Это вот архивные, мы вам показываем картинки. Сегодня специально по вашим просьбам, потому что вам очень понравилось это предложение, оно огромный спрос и ажиотаж вызвало, мы снизили цену до 1799 рублей за два полотна на шторной ленте с эксклюзивным дизайном. И мне очень нравится, что это еще и базовые размеры, потому что подойдут на окошко от 1,5 до 3 метров абсолютно в любую комнату. 1799 рублей, и ваша квартира заиграет новыми красками. У вас поднимется настроение. Давайте рассмотрим эту невероятную картинку. Художники бренда Iris, это наша российская компания, которая умеет, на мой взгляд, на взгляд эксперта, лучше всех делать фотопечать именно на габардине. Посмотрите, какой интересный прием дизайнеры для нас здесь применили. Это красивейший, объемный, арочный ламбрекен. Он выполнен с
эффектом 3D, его хочется потрогать, и каждый кристалл, бриллианта или, возможно, хрусталя какого-нибудь красивого тоже хочется забрать для себя, возможно, для женского украшения. Вот настолько это реалистично. Ну и плюс, дизайн здесь не только восхищает вот своей эстетикой, что, собственно, мы видим, да, отсыл в Екатерининскую эпоху, но еще и вот эти вертикали, которые создаются с помощью градиента и зрительно увеличивают высоту потолков, что очень многим помещениям просто не хватает, да, пространства не хватает и высоты. Габардин еще и ткань, которая легко отстирывается. Габардин – это самая прочная ткань, крепкая, животное ему не зацепит коготками, если в вашем доме котята. Эта ткань просто может, даже находясь на самой солнечной стороне, до 15 лет не выцветать. И, конечно же, на ровных швах выполнены наши портьеры, что позволяет нам понимать, да, мы делаем хорошую инвестицию, мы выбираем практичную вещь. И вот они, уже отзывы. Валерия Сергеевна из Рыбинска нам пишет. Шторы шикарные, оттенок один в один, как и показывает. В интерьер моей спальни вписались идеально. Сестра увидела и заказала такие же. Полный восторг, спасибо. Спасибо. Валерия Сергеевна как раз заказывала при первом появлении наши шторы. Как раз вот 10 дней назад. Сегодня только второй показ. И у нас огромное количество покупателей, экранов и звонков много. Поэтому успевайте сделать ваш выгодный заказ, выбрать свой дизайн. 1799 рублей за два полотна. Но это же настроение, это же вообще новое дыхание в вашем интерьере. Свежий взгляд на вашу комнату. Вы знаете, какой бы ни была ваша мебель и обстановка вокруг вас, когда вы меняете наряд для окна, все меняется вокруг вас, потому что шторы – это интерьер-образующее место, да, окно, оконный проем. Давайте посмотрим наши дизайны. Они разрабатывались эксклюзивно для вас. Очень всем нравится коричневый, он отлично сочетается с корпусной мебелью разных цветов. Розовый вариант. А в нем нежность, в нем спокойствие. Золотой – благородство, статус, царственный шик, изысканность. Сиреневый – сочный, акцентный цвет творческих людей, который нарядит комнату, разобьет ее симметрию, будет очень красиво, не шаблонно. А зеленый – очень популярный, кстати, дизайн. Это сама свежесть, такой оттенок фреш. Кто-то увидит в нем благородный цвет изумруда. Очень красиво смотрится вот эта верхняя филигрань, ламбрикен, да? Невероятно. Вот я тоже нигде еще не видела. Это первый мой такой был заказ тоже для вас. Именно вот с такой необыкновенной имитацией броши екатерининской эпохи. Стильно, статусно и очень приятно по цене. 1799. Только сегодня. Успейте выбрать свой цвет, успейте позвонить.